Идем мы. Всем привет. С вами канал Артмания. Там мы должны были идти по тропинке. Мы с вами чаще ходили там. А сегодня идем вот здесь. Здесь собак выгуливают в основном. Да? У нас было солнышко, но пока мы прождали мастера, прособирались. И к 12 часам только он написал, что поехал в Леруа. Неизвестно, придет, не придет. Опять прождали его. Уже, конечно, все солнышко убежало. Попряталось все солнышки на улице. Он уже все затянуло опять. Не успели из-за этого мастера. Да? Такая тропиночка. Голуби кушают вон. Да, молодец. Мама еще тортик купила. Сегодня у деда же день рождения. Мама это тортик купила. Ну, что-то они кушают. Ягоды кушают, видишь? Ягодки кушают. Да, Дима? Да. Тропиночка тут. Снег у нас еще выпил немножко. Засыпало весь гололед. Остановились еще с соседкой, сейчас разговаривали. Я думала, она молодая, лет 47 на вид ей, не больше. А оказывается, она уже прабабушка, и ее правнуку 5 лет. А по ней вообще не скажешь, удивительно. Вот так вот, молодо может как выглядеть. Мусор тут, да, что-то там какой-то аккуратный, там какашка. Вот, смотрите, Дима рыбачит на рыбалку. Мы вышли. Зимняя рыбалка у нас. Да? Говорит, полосатую желтую рыбку поймает. Полосатик. Под деревцем. Ну. Как? Ловится? Да нет. Не ловится? Ловится. Ловится? Туда надо? Туда. Давай там. А там ловится? Ловится. Ловится? Много по. Не ходи туда. Не ходи, сейчас ты туда свалишься. Не ходи, тебе говорят, там трава. Ну, давай, надо место. Поменяли мы место локации. В кустиках ищем лягушек. Ловим, да? Да. Дима на корчике сел. Ну что? Что там, ловится что-нибудь? Не ловится. Не ловится? Не ловится. Да что ж такое-то? А кого ты ловишь тут? Чего, не знаю. Как не знаю? Мы с тобой за карасями пошли. Полосатика уже вроде поймали. Ты карасей ловишь там? Карасей ловишь. Ну. И что, не папа, не по это? Не ловится разве? Ловится. Ловится? Полный рюкзак же вроде уже у нас. Нет? Карасей. Ты удочку забрасываешь, что ли? Да? Да. Что? Это там. Звук странный. Пойдем дальше? Дальше. Чем это я тут занимаюсь? Посмотрите. Цветочек посадила. Сегодня мастер у нас уже на кухне начался ремонт. Обои содрал. Конечно, встал такое. Такая, знаете, кошмарная стена. Не знаю, просто ужасная стена. Смотрите. Аж вот до туда. Блин, я думаю, знаете, вот я стою на нее, смотрю и про себя думаю. А ведь есть люди, которые живут с такими стенами. Живут. И то есть для них это норма. Нормально, да, вот взять, допустим, и приклеить обои, ну или там пригласить, чтобы вам приклеили. Как-то никто так не делает. Посадила сейчас гибискус, это будет отдельный ролик, как я это сделала. Вот, а здесь с вами я буду сажать сейчас второй росточек, маленький, не знаю, что он там выживет или нет, потому что
корни реально, вот смотрите, прям маленькие. То есть сам росточек маленький и маленькие корни. Вот. Подумала, что его тоже посажу сегодня. Решила посадить вместе с вами. Вот, ремонт у нас продолжается, как вы видите. Переходит уже на кухню, хотя в моей комнате еще там обои не сделали, не приклеили. То есть он на днях вот должен приклеить. Думала, сегодня? Нет, опять не сегодня. И не завтра даже. То есть, блин, это так все сложно. Торопится, потому что должна свекровь приехать скоро. И, конечно же, я их буду приглашать в чистую квартиру, а не как сейчас. Так. Земелька. Земелька у меня роза. Гибискус — это у нас роза, значит, для розы покупаем. Вот. Ну, лучше посмотреть еще и тот тоже ролик. Мне будет приятно, если вы там посмотрите и напишите комментарий. Мастер уже ушел, поковырялся, покопошился тоже. Вот. Кстати, здесь нету полосочки вот этой. Вот, я думала пойти в магазин, не пойти, что-то даже не знаю. Что-то и деньги тратить совсем не хочется. Вот, и кушать вроде хочется, и что-то мне в сон начал вдруг клонить, как только потемнело. Так. Как только потемнело, сразу наклонить сон начало. Всякие непонятные с улицы доносятся. Вот. С Димочкой мы сегодня гуляли, вы видели. Вот это у нас была рыбалка. Вдруг он это увидел, палочку, похожую на удочку. Уж не знаю, откуда он это все знает. Говорит, на рыбалку пойдем. Точно, мы же сходили сегодня в аптеку. Я купила Элевит. А, нет, эксперт волос. Во, а я думаю, что же я купила сегодня. Вот, эксперт волос купила. Будем снова с вами отращивать волосы, пытаться сохранять наши красивые волосики. Так, что-то я не помню, где там у нас. И через несколько дней крышочки расправятся в разные стороны. Просто хотела полить его как следует, чтобы вот здесь тут увидеть, что здесь вытекает. Кстати, очень удобный горшок, и вот здесь вот видно, можно увидеть, вытекла вода или нет. То есть у большинства горшков не видно. Вот поливаешь, а потом она такая хоп и пошла. И все вот так вот, весь подоконник грязный, мокрый. Все, тут, смотрите, собралась, короче, сначала изначально сажать авокадо. А так получилось, что авокадо, у нее вода закончилась, и она повяла, представляете? Ну, блин, короче, я буду ждать, пока она отойдет, скорее всего, может быть, не знаю, наверное, только к завтраму. Завтра, послезавтра, что ли, она только отойдет. Даже не знаю, сейчас сажать ее повявшую, мне кажется, нельзя. Все-таки она должна отойти. Видимо, она повяла буквально, наверное, сегодня. Обычно хватало им воды надолго. И вот здесь, то есть, вот есть еще одна. И тут еще одна. Так, белый горшок я буду вот в этот сажать. Хочу, короче, 3 штуки посадить в один горшок. У меня уже есть одна авокадушка, она одна растет, она очень классно растет, прям мне очень нравится. Вот, и хочу, чтобы они все 3 вместе росли. Кстати, у них косточка, по-моему, тоже растет, она прям, мне кажется, она меньше была, такие они прям гигантские становятся. Вот, и вот здесь, кстати, двойная будет, там 2 торчка. Их будет 4 все вместе. Там ремонт тоже, это, соседи тоже делают ремонт. Вот, ну, короче, гибискусы посмотрим, как с этими. Вот у меня еще здесь проросли. Но тут я, конечно, сделала большую ошибку. Здесь у него корней вон много. И получается, что у него почка. Вон, видите, листочек маленький. То есть вообще там около конца его посадить будет, не затрагивая эту почку, чтобы она не оказалась под землей, очень-очень сложно.
Вот, пока не буду его сажать, но еще такой маленький. Их пока еще оставлю. Посмотрю, как пойдут эти, как у них вообще будут дела. Выживут они, выживут, посмотрю, что как. И потом посажу те. А то вдруг я сделала что-то неправильное. Будет как-то немножко обидно.